Я хочу вам кое-что сказать. Кое-что очень важное. Мы живем в мире, в котором ограничивающие убеждения и ограничивающее мышление считается нормой. Иногда это даже поощряется. Не хочу никого обидеть, но посмотрите на нашу систему образования. Для нее характерны ограничения. Вам постоянно диктуют, кем вы можете быть и кем вы не можете быть. Чтобы вы считались примерным учеником, от вас ожидают большего. Создается атмосфера давления, но даже для этих больших достижений характерны ограничивающие убеждения. Посмотрите на мою жизнь сегодня. Она изменилась до неузнаваемости. Я с благодарностью могу сказать, что написала 6 бестселлеров, выступала в шоу Опры и Ларри Кинга, на CNN, в программе «Добрый день, Лос-Анджелес». Я объехала весь мир, работала в Тайване, Африке, Казахстане, но начиналось все совсем по-другому. С 12 лет трудностей. Трудностей, вызванных образовательной системой. Я думала, что я недостаточно хороша. Слова неудовлетворительно. Не прошла. Преследовали меня в школе каждый год в различных сферах. Я окончила школу. Точнее, меня выпустили из школы. Но что мне это дало? Знание того, кем я могла бы быть или стать. Но не понимание моих возможностей. В итоге первые 10-15 лет взрослой жизни стали для меня очень трудными. Они были трудными, потому что в то время мои мечты не были достаточно большими. Мои мечты словно были со всех сторон зажаты культурными ограничениями. Мои мечты определялись тем, на что были способны мои родители, каковы были возможности моей культурной среды. Если посмотреть на все сферы нашей жизни, финансовую, психическую, эмоциональную, семейную, географическую, все это словно запирает нас в коробки, какие-то коробки побольше, и тогда мы восхищаемся ими, какие-то совсем маленькие, и мы задыхаемся в таких условиях. Факт в том, что нас приучили быть реалистами, мыслить логически, быть практичными, но нет ничего реалистичного и логичного в том, что сделал Стив Джобс. Нет ничего реалистичного и логичного в жизни доктора Мартина Лютера Кинга и его желание действовать радикально ради перемен, которых не ожидал никто из нас. Нет ничего реалистичного в жизни Нельсона Манделлы, который после 27 лет в тюрьме возглавил самое масштабное движение прощения за всю историю. Нет ничего реалистичного и логичного даже в моей личной истории. Я родилась и выросла в самом опасном районе Лос-Анджелеса. Трижды в неделю я попадала в драку по пути из школы домой. Мой учитель языка говорил, что я пишу хуже всех, кого он когда-либо знал, и что мне лучше никогда не выступать на публике. Кто бы мог подумать, к чему я приду? Но это не все. Я родила ребенка, не будучи замужем. Я получала помощь от государства, которой мне хватало только, чтобы прокормить ребенка. Мне не на что было покупать подгузники. Мне даже пришлось 3 дня заворачивать сына в полотенце, прежде чем я смогла купить ему подгузники. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что совсем не там, где я должна была бы быть сейчас. Что-то в моей жизни перевернулось, но причина была не внешней. Причина не крылась в моей культурной среде, в сообществе. Перемены произошли внутри меня. То, как я пообещала себе преобразовать свою жизнь, не вписывалось ни в рамки реализма, ни в рамки практичности, ни в рамки логики. Я не знала, как я этого добьюсь. Я шла к этому без примера для подражания. Без справочного руководства, без GPS-навигатора, который указал бы мне путь. Со мной рядом не было ни одного человека, который хотя бы примерно представлял, как мне можно помочь. Все, что у меня было, моя интуиция, мой внутренний GPS-навигатор, а также чувство сильного желания в животе, заветная мечта. И я была готова идти за этой мечтой, чтобы создать что-то значительно большее, чем все, что меня тогда окружало. Чтобы жить жизнью, которую вы любите, и любить жизнь, которой вы живете, вы должны быть готовы выйти за рамки того, что называется нормальным, за рамки, которые создает для вас общество, за рамки реализма. Вы должны быть готовы мечтать по-крупному и дать себе радикальный шанс на радикальное будущее и возможности, от которых захватывает дух. Все начинается с вас, уверяю вас. Я очень рада, что работаю для вас над видео, которое поможет вам не сбиваться с курса, возвращаться к курсу, когда это нужно, и выходить за любые ограничения, которые у вас были, и воспарить в небо, а главное, мечтать по-крупному, мечтать грандиозно, мечтать эпично. Жду не дождусь, когда смогу помочь вам